Вот в таком я иду красивом месте. От мороза все такое красивое, беленькое. Травка, которая была зелененькой, стала вся беленькая. Здесь деревья такие большие. Мне прям Россию напоминает это место. Обычно здесь всегда все подстригают, не дают большим деревьям вырасти. А здесь прям такие большие. Вот смотрите, ребят. А вот здесь в озере лед замерз. Все тоже покажу. Вот он замерз. Красота! Но кататься на льду нельзя. И даже выходить на лед нельзя. Потому что всего лишь -1, -2 это ни о чем не говорит. Это еще очень рано.